Да, достаточно. Шестикратный чемпион мира. И кроме того, причем всегда находит оптимальный вариант для того, чтобы когда он все выставил предплечье вперед. Отстает в скорости мексиканец, что... Ну, а Мейвезера старшего мы видели в перерыве. Умудряется сделать так, что атака Маркеса. Маркеса достал справа в голову. И был тут же наказан. Тут же наказан мексиканский боец молниеносным левым хуком. Улыбнулся Мейвезер. Уже на полу Маркес. То, что вот сейчас даже разочаровывающее впечатление производит, настолько высока разница в классе. Не сдастся соревноваться с Мейвезером. Все равно, что «Жигулям» с «Мерседесом». Причем поразительно, как ведь в этом возрасте, пожалуй... Но это всего-навсего демонстрация Мейвезером своего... Превосходство в мастерстве, такое безобразие, как разница в весе. Это та фора, как нормальный вес соперников Мейвезера. Бывает Мейвезера. Скорость 50% успеха, но еще не все. Четвертый раунд. Мейвезер заиграется, совершит какую-то ошибку. Ну, отличная атака Маркеса. Только хотелось мне сказать, что сумеет ли он найти, вычислить момент для неожиданной улыбки Мейвезера, который наверняка... Каждый джеб Мейвезера проходит. От скорости Мейвезера при атаке. Пытается играться Мейвезер. Везде умудряется доставать. Пытается дурачить соперника. Боксера, который кого угодно обыграть. Честно говоря, сейчас я даже и не вижу в этом смысла. Ну, учитывая, опять же, что и филиппинец та же намного легче Мейвезера.
Обратите внимание, что в бенефис самого себя любил этим развлекаться Рой Джонс младший. Но сейчас зачем-то в каких-то своих собственных целях идет вперед, давит на соперника. Он хочет закончить бой досрочно. И превосходно он читает самого Мейвезера. Как-то вот далеко не так просто. Да, причем выглядит как приход, думаю, большинство. Но по большому счету, конечно, стоящему стоило бы удивиться, так это который. Джонс-то по-другому себя вел. Он был очень активен, и он был крайне разнообразен. Гораздо менее разнообразен. На самом деле, мелочи в деталях важные. И выступления, как бывало. Так вот, на потеху публики 63,5 килограммов первого полусреднего. Просто физическое. Мейвезер дотягивается в любую. Да, вот первое по-настоящему серьезное выступление. Мейвезера, который такой уже интересный. Больше-то выглядит как пиар Маркеса. Решил куражиться, пора уже и жесткость применить. Вряд ли он стесняется. Но мне кажется, он хочет это сделать как-то по-особенному. Да, тяжелые два удара пропустил. Что-то сейчас попытался сделать Маркес. Попытался хотя бы дотянуться. Посмотрите. Мейвезер абсолютно защищен, неуязвим. Так проводит правый кросс через руку. Он не смирился волей. Что бы тот ни сделал. Все это совершенно выглядит беспомощно. И, честно говоря, вот лично мне нисколько все это не нравится. Выглядит не как бой равных соперников. Последний.
с улыбкой. Бой, ну хоть и с более легким. Посмотрите. Пытаюсь как-то уложить у себя в голове эту мысль. Боксер очень жесткий. Я говорю сейчас про Маркеса. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand, we go to the scorecards. William Lurch scores at 118-109. Bert Clements, 120-107. Dave Moretti, 119-108. All to the winner by unanimous decision. He's back. He is Floyd Money.